Так, все зашло. А чё по пингу, бля? Да чё-то не очень. 4К нормально. А, опять упал, что ли, или не? Да, не, нормально. Бля, типа я кастанул доспех, блядь, он до сих пор не повесился. О, пошел пролаг. Так, значит, 30 есть тут. Все зашли? Здесь веточка стоит, здесь будет стоять. Ловим крест. Потом... Будем череп. Так, то же самое по грипам, по такой же очередности. Первый хрипат, а потом второй ДК. Грип. Будет здесь стоять, здесь звездочка прыгает. Сейчас руку поставлю. Кушайте рыбку быстрее. А можно в первую пассе вместо Расмуса до печа кинуть? Так, хапало, на другую сторону пришли. О. Частицы сразу раскидывается, вообще нам пул. Так, ребята, ты куда побежал? Ты первый тянешь крестик. Сначала тянем крестик, потом я уже буду кого-то хапать. Так, все готовы. Давайте подобьем пул, ребят. Копало, готовьте свои мастера урвать. 4, 3, 2. Мастера дайте. Тусы контрольте, главное. Пошли на паладина, дальше ромбик на паладина пошел. Пало, броню, бронепоты выпейте, пожалуйста. Герза. Вообще зафризило все. Ребята, вы очень вышли в центр. Печеньку контролем, печеньку контролем. На какие снипы сражались? Void Barrier. Ага, Void Barrier, на какие снипы потом. В череп играйте потом. Череп. Перепок. Ромбик, Рога, сядь на ромбик. Разбивай ему косты. Или с ним вставай, если есть. Черепок больше свечу, быстрее. Масфира дайте. Масфира сдайте. У вас там трусы и печенька. Бегайте, блядь, контрольте. Блин, Суза упал еще. По ханту дизайн дайте тоже. Помогает. Контроль дайте больше. Так. Оптикс, кто там хил у нас? Флешинг, иди хиль, короче. Рейд. Бобу раздавай. И да, сверху со мной. Так и с ним, выйди из центра, блядь. Кто там? А кого бьете? Рушку бейте. Череп. На север пошли, блядь, на север на тебя трусы пошли. Блядь, не выбегайте. Почему нас дерево не забанит? Контроля нет. Потому, север забанит, блядь. Я бегаю в ферия. Ну все, пизда север, блядь. Дичь, что такой лог, поменяйте его. Гудлик, сейчас, подожди, пусть дерево хотает, просто ходки снимайте и все. Войда прохиливайте, бопу по войду. Что там череп, на чем тут долго живет? ДПС ваш, блядь. Квадрат пошел в рейд, квадратик должен был контролить, контрольте квадратик быстро. Стоматолог, сядь на шипешку, на... Ладно, я сам сяду на шипешку, сейчас избиваем просто. Квадратик, лом просто кастите, квадратик, корни кидайте ему. На шуве. Здесь пол. Шуве дал, живите. Череп, после черепа сразу по ромбику играем.
Что там с черепом, блядь? Добивайся быстрее. Диспел череп. Гудлик, дерево на тебе сейчас. Баны. Алмери, беги, там, не знаю, там. Андал Павару. Сбейте, лок, сбейте кто-нибудь. Блядь, в ромбик играем сейчас. Потом будем бить трусы, контроль себе, там, не знаю, вихрь дайте какой-нибудь по тусам, обязательно, быстрее. Нахера? Мосфир дайте быстрее еще раз. Только в РДД зоне, в районе Холи Паладина. Каст. Идеально, на тебя ромбик смотрит, квадратик смотрит на себя, иди аккуратно. Так, кексик на тебя смотрит, так, писикошка на тебя, Лар смотрит, аккуратно. Исполин, зайди от него. Ходки снимается, ходки снимай, шмон. Контрольте миликов, варов, контрольте рогу, самое главное. Вар и рога, и такая. Потом в трусам будем играть. Ну, если ты после того, когда забьете рогу, в этой рогу. Кайте будет видно, блядь. Мать фига. Есть бэр еще у кого? Дичь, бэр есть? Подними меня в удифюрика быстрее. Кого еще бэр остался? Идеально остался бэр? Нету. Квадрат, контрол. Трусы, квадрат, контрол. Что там у нас по ромбику? Скоро он тоже. Грамм гриппы, если, блядь. Не, пусть гриппы, это от мелизона, главное. В трусы сыграли сейчас. Давайте добьем. Добивайся быстрее, потом тут по трусам заехали. По трусам заехали. Трусы бьем. Трап обновить? Когда? У нас контроля по хилам нету, мы еле пробиваем, блядь. Угу, есть такое. Я шамана контролил, и все, мы быстро начали убивать таргет. Шаманизм. Ну, у нас локи попадали, некому банить этого. Так, квадратик есть. Квадратик, еще раз шипнемся. По квадратику дайте какой-нибудь фир, не знаю, что-нибудь, корни какие. А у кого есть грипп? Плюсуните в чат, если есть грипп. Да не гриппайте вы трусы, вы просто грипп... ДК, не гриппайте. Вы уже проще выбежите с сайда и гриппните ДКшку. И да, видишь, он у тебя сидит вар, надо, блядь, во время вихря отходить от него. По откату у кого-то с ДК вытяните просто этот квадратик с рейда. Так, те, кто контролил трусы, сейчас сядьте хилов поконтрольте. Я на хапала позбиваю по киклу быстрее пока. Там интерапты летят в друида, нужно лучше шамана. Так, рог упал в квадрате, квадрат следующий. Шамана, лучше повихрите сейчас друида хила. Либо шамана. Я хапала позбежу, типа, позбиваю костры. Вару фильм дайте еще раз. О, четко, молодец. Замедло сразу, это самое оковы дайте, но... Ну, так четко, ну, вообще. Так и делал. Тоже по откату просто грипнешь, да и все. Типа, у него хилит сильнее, чем убьем. Без пальца. Где диспаль? Мортал там все должен быть. Нормально, убивается. О, молодцы, ДК. Шипните там вары или что. Смотрите. Не переживайте. Тут по шипа сразу собирать. А, там еще шипы остался у них? Да. Похер на шипы, нам главное сейчас квадратик убить. Ну, потом мы будем рады. Там опасно. Все, это уже победа. Луну сейчас. Ура! Вара, контрольте как-то. ДК отбеги.
только в корне не грипп. Просто хилы фрикасят, ребят. Ну это пиздец какой-то, честно. Ну, есть такое. А нас пишем на то, что это новогодний праздник. О, хрипатый кайте, красавчик. Да вы звездочку-то не контрольте, я стандарты прописываю там все. Мы я... шамана играем, в этом. Шамана играем. Нет, ШП играем, мы играем ШП. ШП, ШП, Луна. Кексик, сядь на холи паладина. На холи пали я сижу. А, ну сядь на Эршама тогда, на Эршама сядь. А Локи, контрольте нам этого. Если локов а нет, то контроль нет. Тогда друид. Воид, контроль тогда ты дерево. Я всех уже по кругу по второму контролю. Понял. Ну не, я вижу, там ветра тебе постоянно висят. Кто next? Печенька. Сколько там поспал дней дали? 6 дней. Боевой пропуск полутается нормально. Потом в этого шамана собираете потом. Лучше в бревно собрать. Оно не кастует, а шамана еще косты может это сделать. Ну давайте на бревно. В дерево играйте. Поставьте на меня метку. Ставьте около ассист. Да. Пиздец, тут, блядь, на Локи выжить невозможно. Так, а ты, я даже уверен, ты не пил бронепод. Я пил, я все. Тогда сбивайте. Ты пил бронепод даже, ничего себе. Догони, ничего не стоит, блин. Я, наверное, мага своего закинул. Не буду играть пока мага. Меня выебали просто, бачем. До выхода 10-го контента, что-то я позорился сегодня. Меня передамаживало с пупиэрис. Аркани и выебывался, типа. Что-то ты не дамажишь в Т4 шмоте, там, короче, маг, блядь, 10к там выдал на королях, по-моему, там 10. Блин, а я 9000 в файле, такой, типа, поставил мой шмот, типа. Ты в Т4 файле бегаешь? Да. Наркоман. Алина топ 1 ДПС. А в чем Т4 сейчас играют маги? Во Фресте? В Аркане. Нет, только Арканы. Фресты тоже хуй сосут. Фресты для кражана. Если слабый ДПС в рейте, Аркан выйдет на последнем месте. Потому что он будет без маны чилить. Велико. Угу. Выйдет и 10-й контент, блядь, все магию наказывают. Так, в Т9-м уже фаер ебал, а вам это... Нет, в Т10-м. Да, нормально, понял. В Т10-м больше. Там, да, у тебя, блядь, крита просто от Т9-го бонуса, это чисто 15% где-то, если... Там фишка в том, что прирост ДПС, вот мне сейчас 9к стабильно дают ДПС, там будет прирост там от 2 до 3 тысяч в Т10-м, да, Т10. Круто, клёво. Ну, 1012 точно буду давать, уже 12-13 минимум. Ну, так клево, класс. Да не, мне долго ног нафиг нужен. Отказывайся, тут достаточно. Опа-на. Опа-на.
Кольцо Критхаст. Да, я за ним пришел. Говно. Мне сейчас, пожалуйста, сразу. Колечко. Кольцо Критхаст, советики тоже могут стать. Кому не надо? Писякошку рынок. У кого? У кого 260? Кто там такой? Кто вы там, блядь? Так, писякошке даю туда колечко. Я писякошка, ты пиздец сти, блядь. Чего? Да чё он вот сейчас забрал кольцо, вот это вот 260-е, блядь, с гаражана, а сейчас в итоге забирается и, блядь, отсюда кольцо, это пиздец вообще. Так а чё ты сбичь не ролит? Да кайму, ему оно нахуй такое кольцо не нужно. Ну да. Так а чё ты что? Ты мог предположить, что выпадет это кольцо, блядь, здесь, сейчас, что я его сролю? Я нет. Всё, извини, что я ебал. Ну я не понимаю, блядь, если бы я предвидел будущее, я бы не ролил то кольцо, блядь. Конечно, бы лучше было отдать дедбичу, блядь. Но я не вижу будущего, братан. А копцы забирают? Зарепа такое же кольцо, чел. Все, ладно, успокойтесь. Зарепу потом кольцо. Кольцо. Зарепу кольцо на мне надето. Все, давайте... Нет, флот. Ролло. Опа. Я случайно. Гудлик, я тебе сейчас случайно ХП накину. Тоже забираю случайно. Да мне и так, блядь. Ты там будешь говорить просто так, блядь. Ну, тогда, по факту. Чё, по факту? Ты меня, блядь, в смысле сбиваешь? Рыбку можно? Да, я запускаю и рыбку ставлю. Кушаться рыбу. Так, наверное, чуть-чуть она поменяет, чтобы и так было больше, да, ребятки? Кого в танка спикаешь? Шуова. Войд. Я половлю тоже. А ты в хиле, не? Да. Не, надо хила. Сейчас хила. А, подожди, флешинг, ты в хиле остался? Да, он в хиле. Все, значит, оставайтесь так. Пока. Мне с какую сторону ловить? Так, Шуова правую трейда всегда. Левую сторону ловит Войд всегда. Войд слышал, да? Левую сторону ловит. Так, впереди у нас ловит Оптикс, зад ловит... Стоп. А кто еще у нас в танке? А, хрипатый. Хрипатый, да, ты МТшишь. Так, Сепу. Значит, лицо никто не ловит, лицо я половлю. Так, еще раз по этим самым. Войд лево, Шова справа. Оптик задницу ловишь туда. Я темную держу, да? Да, ты не темную держишь, ты держишь вот темным порталом светлую всегда. Okay. А я буду держать трусики. Вот. Понял, да? Давай зачем. Так, сейчас стринку поменяю. А, Кимсик попросился, ребята, вместо там кинжал попросил. А, подожди, Кекс, кстати, надо на кинжал или нет? Если Кексу надо, то нет смысла тебе Кимсик брать. Кекс, ты тут? Тебе нужен кинжал? Не. Он в комбате играет, ну хай кинжал. А, ну давай тогда Кимсика возьму, выйдем просто с инста тогда. Поставьте шкафчик. Тыкайте. А у Кексика уже Т4, да? Есть? Нет. В смысле нет? Бери темный портал. Д4 у него. А, не Д4. Нормально ебашит.
Я у Кексика спрошу. А, у Кексика хз. У Кексика 4-4, нормально, значит, заебись. Так, Сузи, тебе бзилку даю, можешь сразу лупить. На пулы давайте меня лучше. Так, ну что, давайте добавим на пулы. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Куда едем? Магадан. Соседнее село. Кидай этого Валмерию, его мы слышим. Идеально. Раз на яс, раскиньте, по-моему. Так, Валмерию, еда, Валмерию, выси сальву. Второй хапал по сути сальву. Бегом, Гудлик раскол нажать. А хотя Гудлик не надо, не нажимай раскол. Я уже нажал. А, нормально, так. Готовьте спецспособность, будет скоро. На месте, да? Все, на месте стоим. Танки прожмите, я вам сейчас даже машевали его. Прохитите те, кто сейчас выплывает сверху нас. Идем дальше. Дальше бьем, короче. Псикошка на плюс дай. Палмери ретрик дай какой-нибудь, любой ретрик Палмери сальва. Шова. Палмери сальва. Способность 3 секунды готовим. Продолжаем играть. Продолжаем бить. Почему Краснояза нет? Продолжим. Кик или кастом просто? Да, да. Гудлик красноязычный на весь, на первую. У меня на нем висит проклятие стихий. На вторую я повешал красноярск. Повесили там. Папси, скинь, пожалуйста, Саре по Гудлику. Я уже кидал. Угу. Смотрю. Я ему баб кину. Да не успею, чтобы баб. Ну, в принципе, нормально пока еще не срывали. Место пациента. Взяли белый портал. Белый портал взяли, прожимки стали. Можно Керу дать. Керу дайте быстрее, прибивайте щит. Мы темные еще словим танки. Не проебитесь. Прерывайся. На другой портал переходим. Суза, блядь. Ну как? Чего? Умрете. Вон. Так, Шову вылетел, ребутается. Половите, какая его сторона была? Я половил. У него справа была. Правую сторону полутайте кто-нибудь и задницу прикрывайте. Так, светлое, продолжаем бить темно. Продолжаем бить, добиваем. Еда, ГЦ от тебя. Не запускайся пока, ну. Сейчас.
Вообще лут хорошо. Что такое? Так, это херня Фролла. Только кожевники. Там и ноги на нее еще. А, нет. Ноги это на ретрика. Да, точно. Успех. Так, мы спек кинжал. Кимчик, ты забираешь, да, кинжал? Сколько там? 550, по-моему, да, ты говорил, Мир? Мейн, да. 550. Да, это мейн хэд. Штаны на ретрика. Это тоже забыл. Анхолики. Угу. Расмус вам заберет. Разумус ворвался, вот столько на замене сидел. Так, Гудак нахапало, так понимаю, на мейнспек уходит иди. Что, у вас приговор упал, да? Нет. И... Тихня. Кстати, мне тоже этот грудачок упал. Хапало моего. Все, ребят, меняйте меня на чику. У тебя доступ есть хоть? У меня? Угу. В Каругер, то конечно, есть. Можно десятки доступ. Все, запускаю. Лед нажмите. Я нажму сейчас лед. Так, что у нас по ДПС? Так, Шова заходит, он вылезло написал. Так, значит, Чика будет в рейд, Кексик в рейд. Так, это место стоматолога. Сюда. Все, можно ливать пока что? Ну, пока да. Хэпалы, напишите, сколько у вас хосты. Так, значит, так, одеваю на блок. Ну что ты мне говорил, на Ануба доспех надо демонически поставить? Да, именно на третьей фазе. Чтобы жуки сильно не били? Нет, чтоб ты не сдох. Потому я что ты без, ты без саппорта будешь, поэтому так, и тебя будут входящие исцеления больше чуть прилетать. Понял, понял. Поэтому ты без саппорта. ДЦ тоже можешь саппорт не перепивать. Так. Чуть больше 30%. У тебя флешинг 1450 хосты? Нихуя себе. Нахуй тебе столько много хосты, блядь. Там будешь это самое. Дайте мамы, дайте мамы. Можно мне хосты? В Дестрике 1400? Нет, бро. Хпали. В Афлике. Какой у тебя Афлик? Да я понял, что в Хпале он, блядь, гудлик просит. Я уже играл в Дестрике 1400 хосты. Нет, у меня два спеха, у меня Дестрик и Аш. Мне кажется, в Т10 контенте вот хапал достаточно, 1200, это прям за глаза. Да, Флик просто мало дает. Да, короче, ДК, который анхолик новенький, значит, сейчас я пока что будешь делать. Так, мне нужен шарящий человек, который на... Сейчас, секу. Я поставлю. Что, сверки, что ли, это притягивает? Mm-hmm. Смотрите, товарищи. Значит, где вот печенька прыгает, да? Здесь будет сверка. Ее никогда ее не разбивайте. То есть, да, ну, на перифазе, то есть... Так, у нас идеально там разбивает лужу. Так, сейчас обычную случай делать будет. Так, ДКшка, вот начинается бой. Босс будет танчиться, ну, примерно, где он стоит. А ты сюда вот мне вытянешь... сверху. Я буду здесь стоять. Вот мне сверху вытянешь. Дальше, когда босс взрывается, значит, милики, вы не подходите к трэшу, а ждете, пока выберет цель. Кастер может свечиться. Как только выбрал цель, сразу бежите вот на ту сторону, на кого выберет цель босса.
И первый у нас будет давать Боб. Давай еда. Еда, ты первый даешь Боб. Потом второй дает Боб у нас Размус. Ты второй Боб даешь. Запоминайте в очереди. Третий Боб дает у нас... Так, опции с ТДД будешь, да? Да. Флашинг в хиле, да? Угу. Третий Боб дает флэш. Тебе последний дать? Ну, блядь. Ладно, сейчас. Какая разница вообще? По очереди как? Так ты смотри, как только... Ты вот наоборот, ты самый первый, ты самый легкий Боб. Там никого там особо прихилить надо. Вот. Сразу босс зарывается, сразу беги вот к стеночке. Все. И там ты дашь человечку Боб. Второй Боб дает у нас Размус. Третий Боб дает Флэш. Четвертый дает, Боб дает Оптинс. Шова твой резервный, если что. Боб будет. Так, ДКшки, смотрите. Значит, одну сюда сверху, когда босс зарылся. Пожалуйста, эту сверху, где здесь будет лужа, в эту лужу не забегайте. ДКшки по возможности притягивайте лужи вот сюда, вот в край. Когда вот пойдет рейд туда, на ту сторону, побежит там меточка, вы сюда вот меточку притяните, пожалуйста. Здесь вот эта печенька прыгает, и все, и там вы разбиваете ее. Все, короче. Эту сферу, как только начали как бить. Только начинается бой, сюда притянешь ее. И эту сферку, она должна быть неприкосновенна. Она должна остаться до конца боя. Здесь поняли, да? Она должна. Она нужна, эта сфера мне. Нет, в смысле, она ее в виде шарика оставить? Нет, лужа. Все, я понял. Основная лужа на другой стороне тяните, просто разбивайте, чтобы потом люди там сейвились в этой луже, если что. Там у нас два взрывания будут, поэтому... Вообще на пол. Так, ДК, танчишь босса где мы здесь? Рыбу можно? Вот сюда вот ставишь. И МП5 могу попробовать. Здесь ставишь. МП5 поваром дайте. Все, давайте обновляйте баф и ставлю рыбку кушать. Максимальные бусты сдаем. Пьем поты, крипоты, хаспоты, у кого что есть. Чтобы максимум хп мы снесли. У нас три взрывания не должно быть. Еще раз хочу напомнить. Нет, далеко не надо от моей сверки уводить. Пусть танчит мяточку. Все, все готовы. Вот ДБМу пулу пуля. Я скажу, когда 2 секунды будет. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Замажем, поехали. Фридом ПДК пошли. Фридом ПДК дайте. Так, давай, короче, опции будешь давать мне фридом. На пул ударили, по трэшу у меня. Так, нет, ДК, надо, чтобы ты, наверное, все-таки отвел его подальше. Потому что зацепите лужу. Моб ушел. Вижу. Перекинутая себя забыл? Блядь, забыл, я хоть сильно разбивать. Так, шаманин, сам вставай. Войд БР по идеальному, идеально по размусу. Я плёкся, посорял. На пол дали? У него 2, 1. Да. У меня таймер сбился, вообще не показывает статус почему-то. Сейчас зарывание 5 секунд. Можешь выводить его к стене. Так, аккуратненько там, смотрите, что пилики не подходите ко мне. 57%. Нормально. У него 5. 4. По мере. 3. 2. Дал. Я еще один. Следующий теневой озвучь, пожалуйста, когда будет 9 секунд, окей? Оно сейчас собьется. Я не уверен. Оно собьется. Он будет висеть. Видишь таймер сейчас? Да, да, вижу. 20 секунд. Все. На 8 секунд скажешь. Трэш играем, кстати. Сейчас забегайте, вот если смотреть. Эльер, беги в другую лужу. Ага. Второй Боб дает у нас Размус. Размус, готовься давать Боб по Эллиру. На пути не стоим.
Давай, Боб. Дрэш, взрывайте быстрее, только много не сакивайте, пожалуйста. Все, сейчас на центре комнаты выскочит у нас босс. Дэдбич, откайте, остальные все центры сбегитесь. Только от шипов. Все, бьем босса. Все то же самое делаем. 8 секунд. Крипаты ставь. 8 секунд, блядь. Сейчас появится трэш. Подведите под босса. Еще босса подальше от центра. Быстренько на пул. На пул. Крипаты, ты можешь его поставить еще подальше от центра? Ну, все. Сколько секунд? 16, 15, 14. Иди подстрахуй меня сейчас. Блядь, не успел. Аааа! Сука, ебаный аддон, блядь. Да-да, это хуйня, что сбивается. Падайте. Падаем. Да, он носу очень дохуя допустим. Хватает. Как нахуй сбился, блядь? А нахуй, почему я его не вижу, блядь? Сука, заебал этот дом, блядь, бахаться. Конченая хуйня, блядь. Ну, как-то так, более-менее сейчас адекватно. ДК, ты вторую лужу не тяни, ты первую притяни и дамажь босса, то есть на задачу. А потом, когда босс взорвется, ты уже тяни тогда. Так я... В смысле, я так и делал? Ну, просто я сразу заранее видел двойную лужу. Тебе при фитне надо задамажить босса. Нет, я вначале только одну трогал. Я вторую трогал. Тут в уголку притянул, когда это... перебежка была. Вот мне аддон показывает, кстати, вот взрывание, берсерки, вот, а вот теневой удар почему-то не показывал. Что за херня, блядь? Типа, первое я могу понять, но дальше у меня сбивается, я не вижу. И не знаю. Давайте быстренько бафайте. Вудифюр, ты какого хуя лежишь, блядь? Лесните его. Он отдыхает. Сколько до взорвания ему сняли? Сколько мы оставили процентов? Сколько? 50. До первого взрывания 50%? Ну, под первое где-то там 50. 57, да. Неплохо, в принципе, сняли. С учетом того, что врезали еще людей. Давай, отвечено. Ой, это что-то не хватает. А рыба? Лапы есть. Лапы не хватает. Лапу дайте. Бобы у вас откатились? Это самое, пало. У Расмуса еще минута, две даже. Две минуты. Ладно, сейчас он откатится. Так, давайте Арчо на пол. Блядь, сейчас хуево, если опять не отобраться, придется по памяти это все давать. Так. Все, все готовы. ДБМ пул. Внимательно, ребята. 4, 3, 2, 2 секунды. 1. Го. ДК тяни. По ДК сразу фридом дайте, пожалуйста, сходу. Который разбивает мне сверху. Все, на пул есть. Теневой все равно не вижу. Блин, беда. 14. На пул. Озвучите, когда 2 секунды. 4, 3, 2, 1. Да, там. Исполин, у тебя тоже показывает? 23, 22, 20. Мне на главном перифазе, когда будет фаза, чтобы на 8 секунд озвучили, 9-8 секунд, когда будет, после зарывания. Ну да, я вижу. 4, 3, 2. Да, на пулы.
Ханты на пул меня. Еще один идет. Еще одного на пульсе. Нет, все, двух на пуле, двух не надо. Бля, два ханта, ёб твою мать. Я так делаю. Дамажим, дамажим, дамажим. Забрал. Сколько времени? Секунд. 12, 11. Зарывание, не подходим, медики. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Повешу. Босс там. Трое там, далее? Да. Угу. Так, Шоу, ты в ретрике? Шоу? Да, он в ретрике. Шоу, ты тут, слышишь меня? Будешь подходить ко мне, бегать эти самые, давать... На левую сторону, где лужа, блядь? Алло, лужу разбить быстро. Вот в эту лужу сейчас бегай, которая. Все, вот. Боб есть, Размус, Боб, давай. Я, блядь, я подстраховал. Не успели. На центр, Размус ГП дам, в следующий раз. Я ж кинул, я подстраховал. Катим, еще 9 секунд, надо откатить. Боб, Размус. Есть у тебя инженерка, нет? Нет, сейчас босс появится. Кати. Есть. Отлично. Давайте босса, свищем. А чё вы, блядь, бегаете, как ёбнутые? Бейте мобов. Алло. Босса к луже, это вот правой поставь ближе к той луже. Ханты на пул меня дали. С центра уйдите, блин. Бля, хрипат, ты как-то ставишь босса, пипец, вообще жесть. Так, один сорвался. Нахуй вы стан дали вообще, красавчики. Время, сколько? 17. 15. 14. 13. Дал стан, второй стан нужен. Далеко уже я его просто. Не нужен, кажется. Я уже по памяти дал стан. Нормально. Так, босса, пожалуйста, ближе к трэшу. Хрипаты. Потому что нужен будет второй стан. Либо хапал, станьте ко мне, будете второй стан давать по команде. Давай я стану. Давай. Иди бей пока шоу. Короче. Нормально, флеш стал. Время. 15. 14. 13. Не успел, нахуй. Один упал, нормально. На пулу дали? Отдал, один ушел, забери его. Ладно, заберу, приведу. Хорошо. Все. Идеальный БР дай по одному. Это еще пару минут. Привел. Кого не в КД? Кого не в КД? Увидишь. Дичь, подними ручки. Либо дай с проксиком. Даю стан. Третий боб на КД, замените меня, пожалуйста, в гудлик. Выйдите, но... выйдите из лужи, раз, просто побежал. Вышел. Боб, есть? Боб, есть? Нет? Нету боба, нету. Беги в любую так, лужу. Бабу прожми. Бабу КД. Быстрее сдевайся. В лужу летит. Нормально. Блять, казалось же. Фиксик, иди. Залезай быстрее, трэш. Беги. Да. Хрипатый, не стакай столько этих мелких. А может кто-то, пожалуйста, по мобам играть? Ну камон, ребят, ну что за хуйня? Диана, как откается БР, по воде фьюри, куда же БР? Так, какой okay. Боб остался? Шоу, Боб есть у тебя плюс-минус быстро? О, еще большой стак. Пизду нахуй, падайте, блядь. Я обновляться нахуй, ДБМ обновлять все. Я не могу, блядь, все буду давать стан. Сыпал, блядь, ДБМ постоянно обновлять нужно. Где его обновить нужно? Падаем. Где обнуляется ДБМ? Может, в рейде у кого-то есть, у кого таймеры нормально показывают? Просто скинуть файлик и ВК, и все. Просто понимаешь, я по своему таймеру уже высчитывал, то есть я знаю, когда два стана, когда не надо давать. То есть у меня озвучит 15 секунд, а я уже понимаю, что нужно давать стан. Да, раньше стан я давал на 8 секундах. Вот. Он на 13 сейчас станет. Ладно, короче, сейчас еще раз. На 5 секунд, видимо. Какой перекур, ребята? Какой перекур, ёбаный в рот, ребят, ну серьезно, мы сейчас в ВК будем сидеть по 4 часа? Давайте просто соберитесь один разочек, и все. Размус, почему, скажи, о, пожалуйста, почему ты, блядь, побежал, я не знаю, как побежал, блядь, хуёво, в лужу. Милики, вы пока не забегайте в лужу. Припаты,
ты очень далеко танчишь. Танчи, пожалуйста, возле меня его всегда, мобов этих, чтобы ретрики не особо не носились, не давали станы. Это раз. Во-вторых, никогда босса не держи в центре, блядь. Это очень хуёво. Босса всегда держи за лужей. Услышал. Где-нибудь здесь вот, примерно, где печенька стоит, а здесь вот лужа стоит. Ладно, я тебе буду метку потом ставить, пока ставить. Не, я-то пытаюсь добежать до туда. Ну, вот сразу кайтесь, спокойненько. Сразу не могу, он не останет, в любом случае, на 5 секунд. Не, останет, да подвел дальше. Ну, не дальше-то не стой. Ставлю рыбку. Значит, и таймеры сбились. Короче, на 13 секунд, да? Вроде бы станы пошли уже. Ну, вроде бы. Сейчас я попробую лопнуться, что может. А, как слышно прям? Удали кешку. Ну ладно. О, наконец-то. Бобы, блядь, в очередность боб, блядь, приебали, ну... Хорошо. Размус, еще раз прибежишь с бобом, блядь, ГБ дам. Да, я понял, там сзади шипы просто были, я, ну, проебал. И не неситесь, блядь, хуярить, блядь, накручивать ДПС об трэш. Типа, вообще похуй на ваш ДПС здесь. Типа, этот трэш упадет и так. Мелких там, когда вот начинается вы заливать этих копателей, вы таунтите, пожалуйста, еще вот корабей в этот момент. Боже. Так, вроде бы револвал, сейчас, если что, я... Давайте вообще на пол. Да. БМ устарела, ваша версия устарела, пишет неясно, короче. Так, все готовы? Еще раз хочу напомнить. Нет бафа еды, Рокси, Бич, где ваша еда? Товарищи ДПСеры, блядь, вы будете хавать или нет? ГП. Мне вам, блядь, ДПС лишние цифры не надо. Так, гасни, полка фласка, блядь, что это? Ой, ребят. Какое отношение, блядь? Чё нахуй? Еда готова? Все, ДБМ получаю. Ну попроси кого-нибудь, господи. Ты 2 секунды. Поехали. Так. Немножко, если смотреть на босса, если на босса смотришь, немножко левее отведи босса. Левее чуть-чуть. Угу, вот так вот. Так, норм. На пулу меня сдали. Так, релок мне не помог, так что время, секунды. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Даю стан. Сама лужа очень близко стоит в центре, некрасиво, ладно, пойдет вот так. Время. 4, 3, 2, 1. Падать. Почему его секунду выбрать? Сука, опять эти байпы тупые из этой хуйни, блядь. Давайте или через два стана играть, или Бьерн обнови и ДБМчик. Я не дал стан, вот это сделал. Сирус, на сирусовском сайте скачайте. Вроде нормально.
Мне обновить надо. Сейчас я ставлю рыбку. Кушать рыбу. Я быстро могу быть сейчас. Я скидывал у тебя дома. Сейчас. Не надо. Берите это чуможенное. Так, я не понял, вроде адмирала ставил, наверное. Товарищи рейдеры, поставьте, пожалуйста, Дживса. У меня нету Дживса. Я знаю, у кого есть Дживс. У меня есть. На бал, бейте тогда. У кого циферка большая, у него тоже есть. Кайсарь голды, и он твой. Слушай, мне там на последней фазе или когда там бегать станет давать нужно? Так, конкисты будут Дживс? На последней фазе бегаешь. Стоит, стоит Дживс. Только заранее предупреждай, когда там надо идти до восстановления. А, мы голды нету, дай себе, блядь, 100 голды, пожалуйста. КП. Спасибо. Буду должен. Спасибо за все. Короче, не знаю, где обновляться. Ладно. Включи на пол. Полазил что-то в этих самых адмиралов, что-то нашел ничего. Суза готов? Пипаты? Суза хрипатый. Суза. Чего зачем даю? Суза. Он бухает. Че не писал? А угар какой-то. Вижу. Ждем Сузу туда. О, ты где, пожалуйста, шкаф? 500 голды. Суза, ты тут? Ты же пёр, но если тебе в чате клинковать. В чате? Можно. Ну, мне надо знать, когда давай стану уже после взрывания там, блин. Я раньше давал на 8 секундах нормально было, а сейчас вроде на 13, да, верите? Да, ну непонятно, если честно. Один раз. Сейчас дам. Я примерно вот когда появляется трэш, и надо секунд 10 подождать, тогда даешь стан. Ладно, сейчас посмотрим. Высчитываем. Госсимон, вара. Какого вара? Че вы, блядь, че ты сунулся? Две же попросил сразу к шкафу ставить. Да, блин, за тебя, все, Суза тут уже. Все, сунулся. Пошел Сун? Да, да, сунулся. Все, здесь. Че на пол? Дека, где-нибудь здесь верочку мне, пожалуйста. Сразу с пулу ДК можете давать фридом. Суза готов. Все, все готовы, добавим пол. 5, 4, 3. 10 секунды. 1. Блять, сука. Пар. На пулу дали мне трэш. Время. 5, 4, 3, 2, 1. На 2 секунды подождать.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Толстом. Акулы дали? Больше бустов залепился. На камчире готовится еда, давать бопперы. Мелких сюда под мини-зону. Быстрее заливайте все это говно. Ой, блядь, может какая-то самая. Вам нужен скилл. Все, мелких залили. Размус, беги. Спасибо, Боб, Даш. А, Води Фьюри, Води, беги. Не в лужу пока, за лужу забеги. Размус по Води Фьюри. Не разбивайте эту сверху, он сейчас отойдет. Не разбивайте ничего, тут сверху вообще никто не разбивает. Боб, есть. Появление через 10 секунд на мне, отлично. Там и лови его. Лови. Там, где он стоял, там и лови его. Все, дамажим по боссу. Акулу на меня сдали. 3 на акулу. Время. 22, 20. 19. Дайте стан, подходите еще раз. Да. Так, я примерно знаю, как это будет. Любой хапал, станьте поближе к трэшу, ведите потом по команде мне это сам. На станцию. Архивируйте, покорить. Сколько время? 17, 16, 15, 14. Второй стан. Отлично, все. Взорвание через 10 секунд. Нормально, сейчас, пожалуйста, напулите на меня весь мелкий трэш, который вы видите. Куда? Ну, как откатится. У нас срок еще есть. Не подходите пока к... Мельки не подходим пока к... 19, 18, 17... Суза, остальные могут идти бить. 15. Я дам бит. Следующий бок кто у нас дает? Я. Ты сейчас даешь, да? Да, я дам. Нормально. Я следующий дам. Флэш, ты следующий, да? Не-не-не, я следующий. Оптикс следующий. Оптикс следующий. Флэш, бейте. Трэш, добивайте быстрее. Размус слева. С левой стороны разбейте сверху какой-нибудь, попробуйте. Уйди. Размус, не с этой лужи уйди, выйди с этой лужи, эту лужу надо мне. Левую сверху притянуть. Запело. Блядь! Хлестнип на противоположную сторону беги. Там сверху разбивается, там, не знаю. Нету там сверки больше? Смотрите, в концовку лужу не работает. Короче, беги обратно. Хлестнип, беги обратно, сейчас прожмешь это самое. Беги. Боб, давайте. Боб. Точку. Боб. Молодец. Хорош. Дам. Ой, хорош. Все, отлично. Все, введите, просто короче, добивайте мелкий трэш. Это самое, хрипатый став его. А, вот все нормально. Все нормально. Я распил. Все, остановись тут. Все. Акулы сзади. Акулы на пулы. Оптик, или шоу, ко мне сейчас будешь подходить, разбивать эти самые, ну, стан давать. Время. 5, 4, 3, 2. Дал стан. Второй стан. Гудлика, Води Фьюри, поднимай Гудлика. Не беда, я засек таймер, 30 секунд. Стал. Бьем пока так, похуй. Геру дали? Прохилим только метки. Прохилим только метки. Паладины, можете бабом скинуть метки. Шова. У тебя метка бабом скинь. 3. Время. 2. Ну и там. Макпулы. Выдаю. Макпулы. Почему Димок, блядь, там? Чё,
Бейте. Верно, прохилите немножко. Прохилим только метки. Маги, можете глыбу снимать метки. 5, 4. Еще пока рано снимаем. Нет, на пулов. Роги, готовьте свои на пулы там. Блять, все мертвы. Хуй знает, ты кого напулишь? Ты правую сторону напулишь или левую? Я уже и туда бегаю. Я уже не знаю, куда мне бегать, кого напуливать. Либо стой, просто бей босса, я сам все отпулю. Очень веселая картина, типа, начинается третья фаза, половина рейда отлетает. Ну, я старался правую. Ну, они по КД просто на кого-то уходят, я смотрю. Ребята, вы можете мелких, не знаю, как, блядь, стараться их стану им давать, там, чтобы вы не утали, блядь, лишний дебаф. Вы получаете урон от этого, очень больной урон. Я объясню, что происходит на фазе, когда нужно, блядь, от жуков выбегать. Одна пачка стоит вот здесь, блядь, третья, вот здесь, блядь, четвертая, нахуй, куда-то он там, блядь, справа, блядь, и жуки, блядь, по всей карте. В одной куче стойте, бегайте и дамажьте, блядь, очень жизнь все сложно. Вы сейчас упали из-за того, что сейчас вот много жуков у вас настакалось, и вы, блядь, подохли просто. Ставлю рыбу. Сколько там боссов сняли? Ребят, на переходке вставайте все в центр, у кого нет. Какой центр? Если вы видите, что на вас много стаков, вы или ДПС топаете, начинаете кайтить, не лутайте по 10 стаков, вас просто, блядь, шотить будет. Особенно в перифазе это очень важно, ребят. Да, вот именно на третью фазу босса. СС раскиньте, пожалуйста, гудлик ДСС по этому по флешингу, да, а гудлик СС по. Ой, гудлик по флешингу, север по еде. Так, по БРам у нас у всех КД. Бля, ДПС еще мелкий тоже, нахуй. Еле-еле бьется. Короче, Neverline, у меня нопстопом напуливает соло. Блядь, вы там, блядь, путаетесь постоянно, там, блядь, лишь тусуется. А это самое. А ты психошка, просто бей босса туда. Так лево-право, две стороны есть, в чем проблема. Ну так, блядь, не вариант. Не, можешь соло это все сделать. Один слева, один справа, че тут соло? Он, блядь, хоть напуливает соло, если может, я просто подстрахую, если у меня под босса пойдут, я напуливаю. Хорошо. Бич, ты тут? Он писал, что туалет. Кто туалет? Все равно, блядь, с меня с... непонятно с этим нахуй, с таймером, блядь. Дэдбич унитаз. Ну таймер, я так понимаю, вот мы на последней фазе, но правильно бьет, да? Ну, сейчас, да, сейчас нормально работает. Что этот бича забафали? Гудлик, если что, ты настолько много стаков каждый раз лутаешь, что на тебя, блядь, частицу хипала перекидывают. Это ты мне? ГП. В смысле, ну, да мне похуй, у меня порчу. ГП, сука. Где флеш? Ну, тебя убил Скоробей из Роя, блядь. Гудлик, блядь, дамага получил больше, чем Бьерн. ГП, сука. Ты дурак, блядь, я умер последний, блядь, когда вы все... Тебе, блядь, вон отчет в чат кидают. Давайте потом вы поговорите об этом. Исполин готов? Еще раз хочу напомнить. А че на одному? Гудлик, ты готов? Все, дебэм пул. В команде, скажу, дробись. 3, 2, 1. Максимально где-то я. Давайте, бейте. Блять, меня залагало. За пуль, который в мелизон ушел. На пуль на меня, да, у милика. Угу. Все, у меня есть даже.
Время. 5. 4. 3. Ну и стану. Так не накручивай ДПС, блядь, и играй по боссу, блядь, у тебя потом будет время на это. Я не накручу. А на хода 7 кидаешь. Блядь, один раз нельзя кинуть? Ты куда? Отыгрывайте по тактике. Готовьтесь. Сколько против него там? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас отыгрывайте по боссу максимум доказательно. Отведи! Тут лужу разбит! Тихо, что ты... А, отведи, ты назад, отведи босса. Кто там, блядь, лужу разбил? Замерз! Это ДК-шка, да. Скорее всего. Ай, блядь! 7, 6, 5... Тут можно падать, наверное. Не надо, не надо. Нормально. Всё, выводите быстрее, аккуратненько. Всё, чётко там, блядь, вообще хорошо. Кто там бегает в центре комнаты? Есть Полин. А, всё, понял, вижу. У Размуса боб на КД. Я хил, мне... В смысле у тебя боб на КД? Откуда у тебя боб? Я кнопку промазал по скрине. Шова, ты сейчас даешь боб. Твой боб сейчас, Шова. Шаманизм. Только не зацепи мою лужу, блядь, пожалуйста. Мелких аккуратненько, стакнули с кучу. Дали боб. Бля, сбоку ушел, бля. Ребят, ну видите, вот пак один в центре бегает. Пожалуйста. Стакнем с кучей. Еще можете в центре идти стоять спокойно сейчас. Домашний пеш. Либо на меня напугивается, не знаю. В стену беги. В стену просто беги, кайся. Не без богов. Лужу не юзаем. Сейчас босс появится. Все. Босса свечнулись. Мелкого там подойдите под боссом. На пулы на меня сзади. Хорошо, ушел. Сорвался. Забрал. Время. 19, 18, 17. Даю стан. Второй стан нужен будет, летики. Угу. Все, супер. Домашний босс дальше. Мол, под мини-зоной. Я заберусь. Разобрал. Угу. Не нафакует ничего. Теневая, что там у нас по теневому? 22, 21. 3, 2, 20. Дал. Второй сам дал. Моба, забери в мелизоне. Блять. Забираю. Я понял, разрывным его буду накуливать. Все, я вижу таймер. 15 секунд. Я сделал под гнев небес. Ну и главное, херня все на следующий таймер. 6, 5, 4. Блять! Твою мать нахуй, сука, ебаная. Станы, дайте еще. Давайте станы сейчас по очереди. Я дам бал. Бегите, бегите. Ну ком там? Сейчас следующий. Рип сюда сферу. ДКшники, если есть. Вот, тут еще. Сфера. Все, бейте. Бэр, вот эфир у тебя откатится, даже по гудлику сразу. Сверху одну разбейте, вот. Стоп. Даже боб и череп разобьем. Все, разбиваем череп. Боб, кинули. Иди на череп. Все остальные уходим в угол за наверлайном. Тыкаю метку. Бейте скоробей прилетит. Звезду на себя поставил. Откатишь или нет? Все, отлично. Все, ставь босса на стороночку. Скоробеев вот там... попробую за там еще что-то. Шова, бабла не если есть. Бабл, Шова. Сейчас так. Мелких напулит на меня. Слей напулю. Стан, давай, нет? Даю стан. Давай. Второй паладин, стан. Мобов сведите, блядь, тяжело. Ну почему, блядь, сука, ебаный таймер, блядь. Ой, блядь, ёб твою мать, нахуй.
Да, по мобам вообще урона нету, блядь. Да. Пиздец, блядь, давайте нахуй остановимся на этом, блядь. Люди не хотят сегодня. Давай еще раз. Да в пизду, блядь, я уже заебался фласки пить на всю хуйню. Это да. Ну, типа, сейчас проблема убивает мобы рейд. Еще мы столько били босса, а все равно моб жил. Сколько по таймеру было сейчас? Сейчас вообще непонятно почему, но на 27. Да, 3 секунды или 4. А у них есть не ДБМовский таймер, а свой таймер? Какой у них? У них 30 секунд КД у них. Да, то есть если гнев небес связать, то по откату вот прям 30 секунд. Ладно, давайте еще раз сделаем. Ну, мог, когда слышишь, мне в экзальтедах рассказывали, ребята этот таймер близзардский выносят, который в часах просто на стрелочку каждый раз нажимают. Да, можно так. Да. Можно векау раскачать. Вы понимаете, что после зарываний таймеры скидываются, сбрасываются, то есть это не смотрит. Вот. Но я сейчас, мне просто надо было поделиться таймер после того, как появился босс вот на третьей фазе. Вот две фазы у нас норм все делается. То есть мы не умираем от этого, от херни этой. От него удара. А после того, как уже приходится на третью фазу, я вроде бы рассчитываю, я даю стан, плюс еще один стан, это уже 6 секунд. И все равно у них очень долго все это происходит. Давайте еще раз. Бля, чувак пришел пол одиннадцатого вечера, блядь, а заменить он ничего не думается. Да он давно сидел, он вроде спрашивает, типа, ну, замену будут брать или нет? Я думаю, он-то это имел. У нас РТ 8 часов было. Ну, я видел его часов 9 в онлайне. Блядь, 9 это не 8. Думаю, еще с опозданием. Дичь, готов, чего не хватает. Гудлик. Гудлик. Че на пол? Гудлик, чего не хватает? Дживса. Дайте дживс ему. Кстати, дживса, пожалуйста. Блять, когда НАТО, ты молчишь, когда ты хуйню всякую плетешь, ты, блядь, сюда раз, блин. Починился? Поставим у Джуса. Гудлик, ты починился, нет? Потусь я куда-нибудь. В шкаф ставьте. Когда Рокси ставили, ты чё не чинился, скажи? Чё у вас за привычка? Поставили Джуса, все починили сразу. Сегодня добрый без ХП будем, блядь, так что радуйтесь. ДПС у нас огромнейший, у нас хватает ДПС, вообще много ДПС. Но по трэшу очень слабо отыгрывается. Настакивается прям вообще капец. Все, готов, Гудлик? Починился? Ну, давай, сорчи на пул. Ребят, сейчас бы его обратно закрыть еще. С обузом облок, блядь. Позорище, просто позорище. Ну да, тут еще 50% того, что я не сбиваю стан. Так, все готовы. ДБМ пул включаю. 4, 3, 2, 1, блин. Давайте максимум установимся, там готовится на пулу сейчас. Таймер. 4, 3,
2. Монстр. Сейчас главное нам не поебать стану вот на третьей фазе. Вот это вот сейчас самая жесть. Не понимаю, как добиваться его надо. Лужа. М? Да это пиздец, выкиньте свой нахуй символ ебаный, блядь. Что такое? Опять лужа. Хрипат, да? Отводи. Хрипат, отведи босса немножко от лужа. Теневой. 5, 4, 3, 2. Дал. Писькошку убила? Ладно. Идеально, подними писькошку. Через центр отходите лужу, который налил, видите глазами? Писькошке дайте каску по. Лапу тоже дать сюда. Войд. Три. Две. Одна. Да. Боб, ну не забудьте дать тоже. Первый дать себе уже должен быть. Мелких, пожалуйста, под мелизоны. Все под Бёрна зашли на этой фазе. Метка повесилась, и сразу в кучу ебать, что прошу. Мелиус, смотрите. Почему они смотрят в другую сторону? Вот мы котом принес метка. Череп аккуратно. Блять, сколько жуков это. Второй блок, готовимся сейчас. Зацепи аккуратненько. Все, второй блок пошел. Отлично. Блять, что за хуйня, ребят, ебаный в рот. Блять. Так. Пока тут лужу не разбивайте. Хотя разбейте там сразу ее. Нижнюю там вот на той стороне разбивайте. Босса. Ничего страшного, просто у нас немножко стрелит. Папулу на меня мелко удали. Эль, на тебя тут немножко стак носит, аккуратно. Еще одного моба попробуйте накурить на меня. Да, Лер, подойди поближе. Забрал. Стан даю. Кто гудлик, блядь? Съебал нахуй, 12 стаков, блядь. Поголовая хуйня, блядь. Бесишь меня нахуй. Чики, дай ему БР. Пробафали гудлика. На 20 секунд по таймеру. Угу. 15. И... Два. Бах. Второй стан. Я дальше. Вот так. Хорошо. Все, отлично. Сейчас главное следующую стану не просраться на вас. Максимально быстро выжмите, сейчас бросим. Так, в принципе, какую лужу нам лучше разведить? У нас осталось сколько сферок? Сферок 0? Да, нет. Осталось. Так, аккуратненько сейчас, смотрите. Время. Даю стан. Будет боб, нет? Второй, да, будет боб. Дайте, должен быть. Да, дайте стан еще один. Боб. То есть. Идеально, ты мог в самый конец отбежать сейчас? Не можешь. Можешь. Вадим, идите, вовнутись. На меня, блядь, быстренько, я пока выйду служа. Качу. Дайте ему, по-моему, там копать его. На ком перекинулся, кстати. Отойди, ты еще чека. Нормально. Ладно, окей, дебич качается, пока на тебе боб повесится. Так, дичь на тебе. Дичь, далеко, далеко уходи, в рейд перебежали к реке, уйдешь в инвиз. Бля, у нас есть еще? Есть, есть, отлично. Да, есть, хорошо. Блять, играйте по жукам, пожалуйста. Все, вот тут лужу, все отлично. Оптикс, поднимите быстрее кто-нибудь, еще по хп подняли. Оптикс, какого БР будет, подними оптикса быстрее. Руками к боссу подойдите. Меня сейчас мог убил. Угу. Все, на пол. Мелких быстренько залезь. Таймер. Две. Одна. Тамастер так и убьют. Много фулы, ребята. Я подстрахую. Давай второй. Калп. Да. Блять. Короче, надо два трая еще сделать там, ребята. Сейчас еще раз. Бейте. Пока бьем.
фаза номер 2 пошла. Сразу нахуй. Ядовитый, я жалую, гугли, блядь. Да там на всем рейде она где-то хуйня висит. Да, я, блядь, честно говоря, сейчас Гудлика нихуя не осуждаю, потому что, скорее всего, Гудлик, блядь, по трэшу играет, блядь, остальные, блядь, бегают, ебалом торгуют. Да хуй знает, я перекур пошел. Гудлин, гоните блядь... скаду просто по скрабеям, кто меньше всего играет. А, сестри. У Гудлика 800 тысяч по скрабеям. Нет. Здесь... Скада у кого-то. У кого самый минимальный ДПС по скрабеям? Ну, и типа я дохуя нам, что и 500к надо было. На, у ДКшки Лонд Ноуз 100к всего лишь. Ну так кто вам бегает, все разбивает? Это по сфере делать вообще? По сфере, а то все в среднем 400к по ним. Если на сферах, блядь, урон, блядь, от ДКшки, блядь, идешь, блядь, просто удаляешь символ на морд, ставишь хуйню какую-нибудь. Вообще по. На сферах урон, когда я их притягиваю и убиваю. Вот это вначале летает, она как бы с порчей еще летает. Держу в курсе. Сань, давай перекур. Какой перекур сейчас убиваем, просто идем перекуриваем. Там Невер, блядь, отошел вроде. Я ушел, у меня, блядь, я курю, блядь, у меня нахуй вообще уже тильт, блядь, полный. Good experience в этого в дестрика. Серый хуяришь. Зачем? Я не... Это случайно. Да ладно, не пизди, блядь, бывает. Слушай, Серый, сейчас убьем, мне это самое. Датчик тут не дамажит. Сейчас я таймер еще подключу. Да сейчас упали по факту из-за таймера еще тоже. У нас там отвалилось 2 дд, это не критично. Хилы не хили. Упало 4. Сейчас я таймер подключу и по таймеру запишу время, в каких идет это самое там ебаные эти взрывания. Ой, что теневые удары от этого нющего. Ну, вырастыл? Видишь, они каждый раз по-разному тебе подаются. Хер его знает почему. Нет, они не по-разному даются, они одинаково даются. Вот именно вот после зарывания, третьего зарывания, они как-то все сбито у них. Видишь, они как долго, блядь, стан дают свой теневой удар. Ну и после второго тоже не совпадает по таймеру. После второго я уже помню. По памяти помню. Ну, ты по своему. Я просто смотри, когда я вот я не по своему, у меня вообще нету таймера. Я просто примерно в голове откладываю, когда трэш появляется, они ловятся, я секунд 10 рассчитываю, когда дается стан. А после второго зарывания, то там чуть больше надо времени, да, там секунд, наверное, 15, там уже стан давается. Все, с ней ждем и. Нет, ты покурил там, нет? Да. Давай, быстрее там. Забафайте, нет? Невера. Дайте ему баф, там, рыбку покушай. Че, напомню? Фантов в каскане. По каску подписи кошки, ведь. Да, Элир. Ты пиздец. И, типа, дело в том, что трэш не бьют, а в конце только вот валят. Когда стаки лутают, когда они должны быть мертвы уже давным-давно. Получают пиздюлей. Так, все готовы? Психошка готов? Да. Так, добавим полпущаю. Так, еще раз даю чех. ДБМ пул, так 5, 4, 3, 2, 1 пул. Ну, фридом, блядь, пул, сразу ДК танк, ой, это ДКшка, блядь. Все, на пул издание. Время. 5, 4, 3,
Две. Готовься на полу. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Блядь, сука, чья это нахуй лужа? Да вы заебали лужу разбивать нахуй. Чё ты за хуйня, блядь? Сука, посмотрите по детейлсу, кто это, я ХП дам, блядь. Ну я первую лужу убил руками, больше это вообще ничего не трогал. Ушли. Да, нормально. 7, 6, 5, 4. Залужи, не заходи, заходи, блядь! Блядь! Так приклась метка ебаная. По Эллеру, я быстро повыскочу. Можете бы помешать. Да нормально, это не проблема. Беги ко мне! Еда там первый дает у нас, всё, давай. Попробуй сейчас главное откатить, у кого там, не знаю, если сейчас посмотрим, какой кинется. Сейчас забегай в эту лужу, забегай. Выбери трэш быстрее. Сейчас вообще хорошо скребеев не летается. По сути. На ком череп? На ком череп? Суза, есть у тебя. Я чуть-чуть. Гудлик, череп на тебе. Понятно. Блять, мне нужен таймер нахуй просто, блядь. Правую сторону, правую сторону. Ну куда ты в луж бежишь? Боб себе дай и стой там, у стены. Если есть реактивные ботинки, на реактивных ботинках убегай. Все. Сейчас босс должен появиться. Все, убейте босса. На той стороне там разбейте лужу одну. Мелкий на себя заберу. Таймер. Таймер 20, 19, 18, 17. Босс там. Второй сам нужен. У нас 50, значит. Это 20. В 3.10 надо будет там еще раз. 20 получится. Больше DPS. Там будут лужи разбиться или нет? Там разбейте лужу, либо хил. Сейчас разобью. На пулю разобью. Угу. Не да. Отвлекайтесь. Таймер 12. Да. На плане. Ушел нормально, идет тебе назад. Там ну что? Красный, у тебя там должен Боб быть. Я по себе давал. Следующий Боб, ты не знаю, как он будет. Эксит. Если беги. Уходишь к паутине, там тебе Боб дают. Нету бока, нету. Нету? Значит, нету. На спринтах бежишь в лужу. У Шоу есть бок там, блядь. Шоу, там? Стой, не забегай в лужу, стой. Иди. Хорошо. Так, еще есть у нас сверка, нет? Еще одна есть. Есть, нет. Отлично. Грифонит его. Боб остался у тебя, да, Шоу? Я покайчу. Хорошо, так. Кайте. Не на мне уже. Разлив лужу. Мелких взрывайте быстрее, жестко мелких давайте. Так, Шоу даст Боб. Подожди, пока. Давай. А? Пока потом это самое. Попробуй откатить его по максимуму. Больше в трэш играть. Заходите. Трэшу. Отошли это самое, слушай. Алмерия, кайте. Все, отлично. Добили трэш быстрее. Босса ставь. Угу. Трэш, добили быстрее. Много стаков там, около зеленки, там такая, пожмешь зеленку. Так, сейчас главное здесь посмотреть. На пул дали. Сейчас Шова, иди дерну сразу. Похуй надо, да. 4% хуйня. Иди туда. Блять, я не справился. Угу. Сколько? 27, 26. Да, я первый, стойте пока. Второй стан дали. Все. Геру дали, фул ДПС босса. Бейте босса сейчас. Пулами не обосритесь только. Примерно 5-15 должно быть. Метки прохилится флаш, если есть бабло, дай бабло.
В Опсис тоже бабла, да, если есть. В осметке. ДК, зеленку дай, который лондру. Время. 27, 26. Да. Блять, сука, дрона в секунду, блять, не хватило. Стоим, стоим, играем. Бьем, дальше, 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 бьем. Идеально, попробуй серьезно сейчас. Вот, поднимайся. Идеальный флеш на весы. Бьорна пачки, блядь. Прохильте. Возложение на крипат, блядь. Время. Две. Два. Одна. Ноль. Блядь. Шесть. Десять. Продолжайте бить. Я не понимаю, сука, это таймер ёбаный. Просто пиздец меня выбешивает. На пулы дали. Если есть контыжу. Уже пол рейда мертвый. И бейте, бейте, бейте. Время. Таймер. 5, 4, 3, 2, 1. Даю стану я. Да танк сложил уже. Батый упал. Блядь, ёбаный таймер, нахуй. Конченая хуйня, блядь. Ты просто пиздец, блядь. Так, где-то на 5.15 вроде бы. А кто озвучивает Бьорну эту подкопку? Может, ты сможешь скинуть ему просто что именно? Архивчик? Сейчас скину. Что скидывает? Кто там? ДБМ. Вот ему, да. Скинь в Discord, блядь, этот файлик IC Crown вот с ДБМ, блядь, я тоже себе поменяю, нахуй. Заебали, нахуй, эта хуйня, блядь, таймеры эти ебаные. Так, а кто там больше всех гнал на символ ДК? Голос не понял. Я гнал на символ ДК. Я думал, ты Мором убиваешь. Потому что всегда это была одна из проблем. Я знаю об этом прекрасно. Добрейшего вечерочка, господа. Это проблема только на X4. Давайте, кушайте.